В Ульяновск с рабочим визитом прибыл депутат Государственной Думы Денис Москвин. Его рабочий визит начался с беседы с председателем Законодательного собрания Ульяновской области. Анатолий Бакаев провел встречу у себя в кабинете, обсудили наиболее актуальные для региона вопросы. Конечно же, первостепенной оказалась подготовка к единому дню голосования. Ключевое политическое событие этого года для Ульяновской области – единый день голосования, который пройдет 9 сентября, на котором будет избран новый состав Законодательного собрания, Городская дума Димитровграда, на другие муниципальные мандаты. Поэтому здесь, конечно, огромная тема для обсуждений, консультаций. И вот сегодня это было нашей основной поездкой. Столичный гость в Государственной Думе представляет интересы Нижнего Новгорода. Сторонам было что обсудить. По мнению Бакаева, некоторые иногородние веяния можно применять и у нас. Мне очень интересная была работа с молодежью, которая проводится в Нижнем Новгороде. Мы обменялись мнениями, как у нас. Я рассказал сегодня о нашем молодежном форуме, который мы проводили. Под девизом «Ты решаешь». Время накануне выборов всегда напряженное. Колоссальная подготовка, гонка вооружений и томительное ожидание. Хорошо, что и гражданам, и политикам Ульяновска ждать осталось недолго. 9 сентября уже совсем близко. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.